Ну, вы там, конечно, вилочка, что про... это там последнее, да, было написано про геометрию? Ну, в общем, это главное. Нет, задание готово. Дальше. Четвертое задание. Значит, тот человек, который создал общество чистых тарелок, 100% может 6 раз стать Дунканом Маклауда. Вообще легчайше. Вообще жесть, когда прочитаешь. А ты объясняй, нам интересно. Да. Ленин. Хорошо, есть повод. А что Ленин? Про него писал. Подожди. Про него писал, но он вообще создал. Почитайте повесть. Одну маленькую штучку можно вставить? Да. Ну, во-первых, она там первая. Во-первых, они, короче, сначала в Америке создали, да, в 1917 году, но это еще полбеды. А создал вообще в СССР отец Ленина? Леха, ты когда Википедии начитаешь, такую умную. Не Википедии, там статья, короче, ну неважно. Неважно, короче, проблема... Проблема-то остается, его отец создал. То есть не Ленин сам. Есть повесть, Ленин, Леша. Я вообще так он придумал это. Хорошо, вопрос. Отец, дед, правильный. Фамилия для того, что меняется? Ульянов. Ленина называли Ленин, а его отца Лениным не называли. А, ну да, вы же собирались на пересечение ее, как Ленина и Ульянова. И скажи мне, почему нет? А Горца куда мы денем тогда? Так Ленин бессмертный, потому что Ленин. Девушка, не, мы на перемены. Короче, Ленин, Люшорец, Ленина Горская, получается. А где вообще, почему у Горца надо полслова убрать? Потому что пол СМС, выужили. Я тебе еще раз повторяю, крутить надо, нет, хорошо, как нужно было составить? Леша, едь, пожалуйста, на Ленина Горскую 6 или как? Ля, такая прикольная. Я готова. Все, понятно. Хорошая лапа. Девушка, а можно еще потом два хлеба, пожалуйста? Девушка! И три пива! А где это ли? Сначала все сюда принесу, а потом будет. Нет, Маш, принеси три пива еще. Четыре! Четыре! Что такое, Серега? Восьмого. Нет, Маш. А тебе три белых хлеба или два сухарных? Без разницы, любой. Два хлеба любых, три светлых, белых, старобранных. Светлых. Три светлых, все? Четыре. Помолчай. В чем дело? Все, Ленина, тихо, все хорошо. А, сняли. Командные макаси сняли там. А где? Он был на первом этаже, там где... Я там лесу сфотографировала, он так не, там ничего не сказал. Ну, значит, на Ленинногорске. Раз одни сняли. Там было на плиточке, да, вот такой туалет, и там, короче, был бонус. На белой плитке. На первом этаже, на первом. Я не был на первом этаже, я не знаю. Дальше, шестое задание. Год, когда встретились первых два британских жука. А вот тут давай подробнее. Вообще класс! Блять, я буду сейчас спорить. Автора мне, автора, пожалуйста. Месяц, когда покупают все... Мужик, красавчик вообще. А хорошему году и в декабре, Марк, поэтому простите. Я знаю, в феврале, и на июле, и в июне. А еще бы не Саня это сказала. Саня вообще простейший. В декабре покупают презервативы, потому что 1 декабря это день борьбы со СПИДом. Подожди, а мы в марте сразу. 25-го, значит, что мы в марте. Это день, когда в 57-м году встретили два британских жука. 57-м? Хрен! Давай смотрим. Википедия! И тут что-то еще. Так Википедия, блин, мать! Я за ногу. Какая Википедия? Там 57-й был? Не, мы марку сказали, конкретно марта и все.
Прости, насчет этого не помню точно. Ладно, короче, как 40-летие получается Украины все равно? Потому что в 1917 году было образование, в 57 году 40 лет. А ты не думаешь, что в обратную сторону тоже может быть? Нет, хорошо. Ну да, что-нибудь, какой-нибудь, я не знаю, в любом. Они в 57-м уже праздновали. Они в 57-м уже отмечали юбилей нашей страны. Всей страной отмечали. Ну так всей страной это СССР. Не, имелось в виду, что это наша страна, не какая-то другая. Я перезвонил, спросил, а какая страна? Наша. Что-то на разводе, да? Ну да. Все, что можно. Серега даже не разгадывая задание, сразу сказал. И по отношению к Украине. По нашему улицу. А он просто ляпнул. Украинец. Какой? Мы поговорили, это страна. Ну, потому что я на власти. Да. Там это все перенапали. А кто там человек сбит? Ниже 9 мая идет 40 лет. Меня только что таксист подрезал, я думал, приделаю его, ну реально, в сантиметре остановился. Даже желания не было выйти на жить ему уже, я вам честно скажу. Так вот окошко открыл, погнал. Просто памперс купил. Да не, ну там реально, блядь, ну так, сантиметр, как они так ездят, хер его знает. А шо я сел? Там нервничает. Да сиди, давай. Что это песня себе? Шо, рассказывай. Рассказывай. Подожди, у меня там вопросы раньше. Записывай. Давай. Шестое задание. Там, в борьбе за коммунизм, за счастье трудящихся. Пашка, короче. Да, он становился закаленным как металл. То есть есть повесть Николая Островского. Единственное задание, которое решать не надо. Да. А я папе, а про Бендера что? Про Бендера? Мама, не горю, у меня начнет пена со рта капать. Какой нахрен однофамилец? Улица Бендера нет, улица там Остапа Бендера нет. Кто Бендер? Остап Бендер. Ну, да, и Родригеса улицы тоже нет. Ну, а чё фамилия Родригес, а не Бендер вообще? Его зовут Бендер. Вот как раз на шестом задании. Зоны. И так по-доброму. Зоны. Я всегда выхожу счастливо с зоны. Не, ну как, а как еще? Алло, Маша, вы в курсе, что тут зона 27-я? Она да. Да. Я говорю, пока мы с фонарями бегаем, там Мерседес стоит с топором, можно застать. Сельхоз опять. Ладно. Объект сорвали, да? Кличка Мотороли. Постеры фильма «Филин и кошечки». Операция найти постер, вы фильмы 70-х годов смотрите? После, короче, мы все пели, поехали. Короче, а как понять, что улица эта и улица эта? Нет, почему улицу эту сюда ставить, а эту сюда? Дома. Ты берешь карту, открываешь, там 90. Не, я понял, мы решили, но просто как это догадаться до того, как придет подсказка? Без подсказки сразу было понятно, что это расстояние должно отмеряться от каких-то улиц. Крест 9 сантиметров на карте, но мы не знали, какая улица. И когда пришла подсказка, сразу улицу нарисовали. У меня вопрос. С улицы, кстати, был какой-то мах, Маш. Почему сначала Рим? Вы пришли Давай сюда. Там какие-нибудь получается? Линейка здесь. Проверил. Там 19 получается, но по логике вещей просто единственный мост в том месте. Это вот там он. Да. По умолчанию такой комплект. Ката? Да? Где вы его взяли? Нет, что, ката, линейка. А мерить это хуй, да? Линейка. А Маш, там уже все про линейку. Отдай, пожалуйста, еще одну. Запеканку изумительную и пиво. Больше никто не хочет запеканку? Ник, пепельницу. Пиво нет. Еще остались, да? Пепельницу хотим. А еще одно пиво можно?
нас лишний перерыв. Ваше пиво не очень. Восьмое задание. Восьмое задание. Я его не помню, там что-то короче. Хуйня какая. Память. Ой, это вообще ужасно. Выше шести... Причем есть трехдюймовая память? Ну, вводишь в гугле трехдюймовая память, потому что он был с чем-то... Трехдюймовый диск там был. Потому что у него на мозги на диске 35 дюймов. Нет, его память протекла его жизнь при любом дюймовом. Ну, Маш, ну, чисто доебаться, конечно, но дискеты 3,5. Смотри, можно было, короче, про него факт... 3,5 дюйма дискеты, 5,5 дюйма и 3,5 дюйма. Изумительное пиво. Ну, ладно. Но прикол в том, что 3-дюймовых нет, только 3,5 дюйма. Ну, это так, лишь бы доебаться. Ну, специально так сделать. Без подсказки все равно не будет. Без подсказки опять не берет. Тогда едешь в Зефиру, там халявный Wi-Fi. Не, вообще просто как такового нет. Тогда сосешь палец до тех пор, пока не лопнет. Смотри, тебе приходит подсказка, лучший друг Фрая с Футурамом. Смотришь Футураму на телефоне, у тебя серия загружена. А я бы про Футураму, кстати, добавил. Про Футураму 13 минут от моста до Дакота. Не, они быстро. 13 минут я посмотрел. Ну везет вам иногда, да? Ты об этом? Мультики, ну как это? Я понял, там был. На конце сидел любитель этого. Да, он все знает. Итак, приняли участие с ними 5 команд. Команда Z, короче, серьезная и не бывает. Блин, заема Касси. До сих пор играет команда Заяк. Они занимают 5 место. Кто? Ну, ребята. Не, они уже играют. Снялись они, не доиграли. Эдик стало хорошо после коктейля, и он захотел еще. А ты не... Со всеми вычетами минус там за запинку времени, короче, за то, что там туда прислали, четвертое место занимает команда Кирочи. 23-28. Начинается тройка победителей. Ой!